Привет, ребята! Сегодня мы с вами поговорим об одном из самых важных инструментов для любого домашнего мастера, это калькулятор. Вы, наверное, подумаете, ну, нашел про что рассказывать калькулятор. Но на самом деле, постойте, друзья, все не так просто. Уверяю вас, вы сегодня узнаете о удивительных возможностях этой штуки, о которых даже не догадывались. И я говорю вовсе не о научных функциях. Но давайте обо всем по порядку. Сегодня, ребята, мы будем изготавливать столярное изделие под названием «Табурет». Итак, был у меня обычный классический калькулятор. Свои задачи выполнял и, казалось бы, что не хватает для счастья. Но сейчас я вам поведаю маленькую историю, в которой, возможно, многие домашние мастера узнают себя. Допустим, я произвожу какую-то ответственную работу и собираю сложную конструкцию. Выполнил все необходимые измерения и теперь что-то нужно посчитать на калькуляторе. Так, с 1370 плюс 758 и, допустим, умножить на 9. Получаем 19242. Отлично, теперь можно пилить и сверлить. Но знаете, именно в этот момент иногда возникает какое-то странное чувство замешательства, неуверенности. А вам это знакомо? Реальность такова, что все мы иногда совершаем опечатки при вводе текста, но как правило это не влечет за собой каких-то фатальных последствий. Но здесь при выполнении строительно-монтажных работ любая малейшая опечатка может стоить вам огромного количества времени и денег. Конечно вы можете посчитать меня параноиком, но я очень часто выполняю одни и те же вычисления по несколько раз. Да, к сожалению это приходится делать, если вы ответственно подходите к своей задаче, чтобы убедиться, что ошибки не было. Поэтому я пересчитываю все еще раз. 1370 плюс 758 умножить на 9 и... Я неожиданно обнаруживаю, что результаты двух вычислений не совпадают. Это очень неприятное чувство. В такие моменты вспоминаешь прописную истину для каждого мастера. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Перетрухин! Я здесь! Ты что построил? Табуретку. Перетрухин. А какое самое главное правило в работе? Семь раз отмерь, один раз отрежь. Вот я семь раз и отмерил. Короче говоря, тут на днях мне совершенно случайно попался на глаза инженерный калькулятор с двухстрочным экраном. И вы знаете, оказывается, это офигенная штука. Конечно, у него много всяких интересных фишек, но одна из самых главных – это то, что вы видите на экране одновременно свои вычисления и результат этих вычислений. То есть вы тут же можете проверить, была опечатка или нет. Это вообще бомбическая вещь. Да, конечно, подобный функционал можно найти в смартфоне, поставив соответствующее продвинутое приложение. Но не знаю, как вы, но я, например, во время ремонта или стройки не люблю пользоваться смартфоном, чтобы его не поцарапать, не испачкать и вообще как-то не повредить. Хочу обратить ваше особое внимание, что сегодня мы не обсуждаем сложные математические функции. Я буду говорить сегодня только о самых банальных базовых вычислениях. И я думаю, вы, как и я, удивитесь, насколько широкий функционал предоставляет вот такой вот классический инженерный калькулятор. Честно говоря, для меня это стало настоящим открытием. Ах да, кстати, о цене. Вы можете подумать, что такая вещь стоит очень дорого. Но на самом деле это не так, потому что сегодня рынок подобных устройств занимают вовсе не японцы. Все это дешевые китайские калькуляторы. Впрочем, работают они очень хорошо, имеют приличное исполнение. И по сути своей являются копиями и копиями копий различных японских моделей. Например, вот этот калькулятор вы не поверите. Я купил его за какие-то 3,5 доллара в магазине все инструменты. Конечно же, это не реклама данной конкретной торговой площадки. Вы можете купить эти калькуляторы на Озоне, на Алиэкспресс и в общем весь интернет именно бит. А, ну что ж, наше вступление очень сильно затянулось, поэтому давайте скорее перейдем к конкретным функциям. Итак, прежде всего двухстрочный дисплей. Это шикарная вещь как я уже говорил, вы видите сразу результат своего вычисления и само вычисление. То есть вы тут же можете себя проверить, была ошибка или нет. В обычном калькуляторе вы этого сделать не можете, вы видите только результат, и черт его знает, правильно вы все ввели или где-то совершили опечатку. Следующая офигенная функция – это история наших вычислений. В обычном калькуляторе ничего подобного нету. Вот смотрите, в процессе работы я выполнял различные математические операции, сложения, деления. В своих расчетах ушел куда-то далеко вперед и вдруг я подумал надо мне вернуться назад уточнить какой-то результат посмотреть что там была за цифра как это сделать в обычном калькуляторе? Да никак, приходится заново пересчитывать. А здесь сохраняется история всех наших вычислений. 79 операций. Я просто листаю этот список вперед, назад, могу увидеть все свои арифметические операции и результат этих вычислений. Но это еще не все. Вы можете не только просмотреть историю, но и внести изменения в эти прошлые вычисления. Ну вот у меня было выражение 2 плюс 3. Может быть я ошибся и надо было сложить 2 и 5. Мы легко возвращаемся к прошлым вычислениям и вносим необходимые изменения. Если же история нам больше не нужна, удалить ее проще простого. Вместо клавиши сброс мы нажимаем кнопку ⁇ Включить ⁇ В этом случае история прошлых операций будет полностью очищена. Следующая просто шикарная функция это удаление последнего введенного символа. Ну, например, вы ошиблись. Я вот, например, не знаю, как в обычном калькуляторе удалить последний символ. Наверное, никак. Если знаете, напишите в комментариях. То есть, например, вы считаете 5 миллионов восемьсот тысяч двадцать восемь разделить на 4 326. И вдруг поняли, что вы ошиблись на одну цифру? Как удалить последний символ? Никак. Получается, вам все арифметическое действие нужно заново забивать. Ужас. В научном калькуляторе все просто и логично. Ввели символы, поняли, что ошиблись и нажали клавишу DEL. Она выполняет функцию, аналогичную клавише Backspace на компьютере. Но это еще не все. Допустим, у нас есть какой-то отрезок 600 мм, и нам нужно поделить его на 14 частей. Вводим 600, разделить на 14, равно, и получается некрасивое число, неровное. Что мы делаем в этом случае? При помощи джойстика мы перемещаемся по нашей строке и можем заменить любой символ. Например, меняем на 15 и получаем ровный ответ 40. Таким образом, после того, как мы нажали знак «равно», мы можем свободно перемещаться по нашей строке и заменить, например, деление на умножение. Это ж огонь! Это... Очень круто! <laughs> Более того, функцию курсора можно переключить с режима замены на режим вставки. С таким шикарным функционалом появляется ощущение, что в руках уже не калькулятор, а маленький компьютер за 250 рублей. Теперь смотрите дальше. Я выполняю какое-то арифметическое действие, нажимаю равно получил результат и нажал сброс. Прошло две минуты, я занимался какой-то другой работой, о чем-то думал, потом решил вернуться к своим математическим вычислениям. И я такой, ой, какой там был результат, я его уже и не помню. Так вот здесь есть классная функция, которая всегда помнит результат последнего математического вычисления. Достаточно нажать кнопку ANS. Кто-то скажет, ну что ты нам показываешь функции, которые миллион лет уже существуют в компьютере. Это да, ребята, но для калькулятора это совершенно невероятный функционал дальше будет интересней. Естественно, память этого устройства не ограничивается только обычной функцией M+, ну, знаете, такая, которая есть во всех классических калькуляторах. Но для полноты картины давайте я быстренько покажу, как с ней работать, и пойдем дальше. Любое число или результат вычислений вы можете сохранить в эту M-память. Я набрал 25 и нажал M+. Это означает, что число 25 прибавилось к тому числу, которое было в памяти. Но в данном случае был 0, поэтому теперь там 25. Очень важно отметить, что все ячейки памяти в данном калькуляторе энергонезависимые. Это означает, что если я нажал сброс или полностью выключил устройство, то через 5 минут или через 5 дней я могу снова включить калькулятор и вернуться к своим сохраненным данным. Видите, горит маленькая буква М, это значит, что в памяти есть какие-то данные. Вызываем, и вот наше сохраненное число 25. Четко. Для сброса ячейки памяти достаточно сохранить туда 0 и память очищена, буковка М пропала. Можно сохранять не только какое-то конкретное число, но и результат арифметических действий. Для этого в конце вычисления я нажимаю М ⁇ Теперь, если проверить ячейку памяти М, то там окажется цифра 25. Соответствующим образом можно прибавлять какое-то число или результат вычислений к тому значению, которое уже хранится в памяти. Давайте проверим. Сейчас в ячейке памяти M находится цифра 25. Возьмем простой пример. 1 плюс 2. Получается у нас 3. И это значение мы прибавляем к той цифре, которая уже есть в памяти, нажимая M+. Теперь, если мы вызовем содержимое ячейки памяти M, то мы увидим там цифру 28, что является суммой 25 и 3. Точно так же выполняется и вычитание из памяти. Ввожу 3, нажимаю M- и получаю в памяти соответственно 25. Но ячейка M это как бы классика, она есть везде, этим никого не удивишь. А вот 8 дополнительных энергонезависимых секций памяти вот это уже очень интересно. Здесь они обозначены буквами A, B, C, D и e, F, X, Y. Но если у вас есть потребность, вы можете купить калькулятор, у которого гораздо больше ячеек памяти. Соответствующих всем буквам английского алфавита. А сколько получается? 26 ячеек. Ого. Это, конечно, уже не банальная функция M. Прикольно, кстати, то, что вы туда можете сохранить не только результат вычисления, но и, например, номер телефона или номер банковской карточки. И калькулятор неожиданно для вас превращается в записную книжку. Легким движением руки брюки превращаются в элегантные шарты. Когда мы что-то мастерим или ремонтируем, как происходит процесс? Мы обычно замерили, на бумажку записали. Следующее измерение опять записали. Но этот замечательный калькулятор позволит вам частично избавиться от бумажек и блокнотов. Для этого мы можем воспользоваться многочисленными ячейками памяти. Замерили 25 сантиметров, сохранили в первую ячейку памяти. Еще что-то измерили, сохранили во вторую ячейку памяти. И так далее, и так далее. Теперь все эти значения можно вызывать из памяти калькулятора и с ними выполнять какие-то операции. Например, под буквой A у нас сохранено число 25. И теперь мы можем выполнять любые арифметические действия с нашими данными, но вместо цифр мы будем использовать имена переменных, в которых эти цифры хранятся. То есть, смотрите, я взял переменную a, в которой было число 25, и прибавил к ней 3. Получилось 28, но это результат вычисления, а сама переменная осталась нетронутой, в ней число 25. В этом калькуляторе у нас таких ячеек 9 штук под разными буквами, то есть представляете, под каждую букву можно сохранить какое-то свое число. И далее выполнять с ними любые математические операции, причем напомню, что память здесь энергонезависимая. Все наши числа будут храниться в калькуляторе, пока вы их оттуда не удалите. Я выключил устройство, кстати здесь есть такая удобная крышка, она девается как спереди, так можно ее одеть и сзади. И неважно, прошло у вас 5 минут, 5 дней или 5 месяцев, вы включаете свой калькулятор и все ваши цифры находятся на своих местах. На мой взгляд, для обычного карманного калькулятора это просто офигенно. И вправду впечатляет? Конечно! Я знал, что тебе понравится. Следующий сценарий использования. Например, мне нужно вешать крючки на расстоянии каждые 7 сантиметров. Здесь мне не нужно постоянно набирать плюс 7 равно, плюс 7 равно. Для этого я беру память ответа и все время прибавляю к ней 7. Посмотрите, как удобно. Достаточно просто нажимать клавишу «Равно». Получается арифметическое действие, которое мы циклично выполняем. Последний ответ плюс 7. У меня такие операции, кстати, часто бывают. Например, меряешь от угла стены, нажал «Равно», 84 сантиметра отметил, отверстие просверлил. Дальше нажал «Равно», 91 сантиметр и так далее. Значительно увеличивается скорость работы и уменьшается вероятность ошибки. В этом калькуляторе за одну операцию можно выполнить сразу несколько последовательных арифметических действий. Все они будут выполняться в соответствии с правилами приоритета математических вычислений. То есть сначала выполняется умножение и деление, и только потом сложение и вычитание. Однако, естественно, в таком продвинутом калькуляторе вы можете изменять порядок вычислений при помощи скобок. В этом случае сперва выполняется арифметическое действие, которое находится внутри скобок, а уже потом то, что за их пределами. Калькулятор постоянно отслеживает правильный синтаксис математических выражений, и если вы допустили ошибку, он вам об этом сообщит. Ну, вот, например, я случайно опечатался и ввел дважды символ закрывающей скобки. При попытке вычисления калькулятор сообщит, что синтаксис некорректный. Если вы немного запутались и не понимаете, что не так с вашим вычислением, можете нажать джойстик влево и калькулятор сам вам подскажет то место, где была допущена ошибка. Еще один вариант использования. Допустим, вы выполняете много последовательных измерений и со всеми этими данными также последовательно надо выполнить арифметические вычисления. В этом случае мы просто вводим в одну строку все наши требуемые операции и разделяем их двоеточием. Ну вот смотрите, например, я ввел первое арифметическое действие 2 умножить на 3. Потом поставил двоеточие и далее ввожу следующее выражение 56 умножить на 2. Снова ставлю двоеточие, ну и теперь 3 плюс 4. Вас не должно ввести в заблуждение то, что все наши выражения написаны в одну строку. Они будут выполняться последовательно, независимо друг от друга, при каждом нажатии клавиши «равно». Иногда это может быть очень удобно. Мы по очереди получаем каждый ответ и можем его использовать, например, при разметке стройматериала. Таким же способом мы можем выстраивать последовательные арифметические действия, но в которых каждое последующее вычисление может использовать результат предыдущего действия. Ну, например, Сначала будет выполнено выражение 2 плюс 2, а ответ этого вычисления будет помещен в переменную answer. Ну как это автоматически происходит здесь при любых вычислениях? Соответственно при построении следующего выражения я использую переменную ans, с которой уже далее могу выполнять какие-то действия. В данном случае ответ из первого выражения умножаю на 3. В итоге, когда сначала я нажимаю равно, выполняется вычисление 2 плюс 2 равно 4. Снова нажимаю «Равно». И теперь выполняется вычисление, которое было написано после двоеточия. Это ответ умножить на 3. Соответственно, 4 умножить на 3 получается 12. Все просто. Ну и последнее, о чем хотелось бы сегодня рассказать, это о работе с процентами. Конечно, такая функция есть и в обычных простых калькуляторах, но в этой модели она, естественно, более продвинутая. Покажу базовые возможности.

Есть и другие функции работы с процентами, но сегодня я о них не буду говорить, чтобы не затягивать и так уже долгое видео. Наверное, не стоит упоминать, конечно, о том, что здесь есть масса дополнительных математических функций, впрочем, которые домашнему мастеру вряд ли пригодятся. Многие клавиши могут выполнять три различные функции. Здесь они помечены соответствующими цветами. Белый, оранжевый, голубой. Функция, подписанная белым цветом, это простое нажатие. Предварительно нажав Shift, мы вызываем функцию, подписанную оранжевым цветом. Ну а клавиша Alpha, соответственно, вызывает функции, подписанные голубым. Например, вызов ячеек памяти. Ну что ж, ребята, вот, пожалуй, и все, что я хотел вам сегодня рассказать о базовых функциях этой модели и в целом о том, насколько далеко в своем развитии шагнули современные калькуляторы. Как найти подобное устройство в продаже? Просто забивайте в поиск словосочетания «двухстрочный инженерный научный калькулятор». Модель, о которой я сегодня рассказал, является на сегодняшний день одной из самых популярных, самых часто копируемых. Если вы начнете поиски этой штуки в продаже, то обнаружите буквально десятки различных производителей, которые по сути выпускают один и тот же калькулятор. Он может отличаться чуть-чуть корпусом, цветами клавиш, но в принципе это все одна и та же модель. Вы можете купить это устройство и на Алиэкспресс, но, честно говоря, не сказал бы, что вы много выиграете по цене, потому что цены в России и в Китае на них примерно одинаковые. Но минус покупки в Китае в том, что у вас не будет э, подробной инструкции на русском языке. А устройство, в общем-то, как вы поняли, сложное. Поэтому детальная инструкция нам, конечно, не помешает. Я внимательно изучал предложения на рынке, прежде чем купить себе калькулятор. И обнаружил, что временами цена может отличаться э, в 5-6 раз. Почему так и стоит ли переплачивать, давайте я вот покажу на двух моделях. Слева модель черного цвета, которую я купил в магазине всеинструменты.ру за какие-то жалкие 250 рублей. Конечно, совершенно невероятный прайс для такого продвинутого устройства. Справа калькулятор темно-синего цвета, который я купил на Озон за 450 рублей. Причем эта цена была одна из самых низких. То есть на Озоне там очень много этих моделей, буквально десятки, и у всех разные цены, и как бы разный бренд написан. Так в чем же между ними разница? Ведь функционал абсолютно одинаковый. Ну, вы видите, немножко разная форма кнопок, незначительно отличается конструкция крышки, но в целом кажется все одинаково. Разницу между этими двумя модификациями ты поймешь только тогда, когда возьмешь их в руки по фотографиям этого не увидишь. Прежде всего отливка корпуса. У калькулятора Дели она кажется чуть-чуть покачественней. Крышка застегивается лучше. Но самое главное это отличие в нажатии клавиш. К сожалению у калькулятора Centrum иногда клавиши срабатывают нечетко. Особенно почему-то четырехпозиционная клавиша перемещения по строке. Обратите внимание, что отличается подложка экрана. У Дели она голубоватая, а у центра нейтрально серая. Но это не самое главное. Проблема в том, что экраны у этих двух устройств на самом деле очень сильно отличаются по качеству. Если посмотреть снизу, а именно так чаще всего мы смотрим на экран калькулятора, то у центром мы замечаем очень большие проблемы. При взгляде снизу проявляются все символы экрана, и это привносит очень значительный дискомфорт. У калькулятора Дели тоже присутствует такой эффект, но он слабо выражен и, в принципе, соответствует любым наручным, например, электронным часам с жидкокристаллическим экраном. В Дели мне не понравилось, что магазин Озон указывает цвет калькулятора как черный, а по факту вы можете видеть, что он на самом деле темно-синий. Однако, что касается цвета, у Центрум есть совсем другая, более серьезная проблема. Напомню, что у многих клавиш здесь имеется тройной функционал, поэтому и обозначения должны быть трехцветные. Так сделано у Дели. Но в центром почему-то использовали только два цвета краски, поэтому основная функция и дополнительная, вызываемая через Shift, обозначены одним и тем же цветом, белым. Это неудобно. И, кстати, еще очень важный камень в огород магазина Озон – это то, что калькулятор Дели приходит с русской инструкцией, которая на самом деле к этой модели не подходит, она от другого калькулятора. В то время как Центром за 250 рублей имеет отличную русскую инструкцию, которая, кстати, подходит и к Дели. Но на самом деле, как вы понимаете, ребята, все это детали, потому что этих калькуляторов огромное количество. Они могут называться Центрум, Дели, Шмели. На корпусе может быть написан любой бренд и любая модель, хотя по сути внутри они абсолютно одинаковые. Отличается только качество. Ну вот, пожалуй, и все, ребята, что я хотел вам сегодня рассказать. Вещь сама по себе, конечно, интересная. Я когда ее покупал, думал, ну, примерно такой же будет, как и мой маленький старый калькулятор, но в итоге оказалось очень продвинутое устройство. Если вам понравился обзор, подписывайтесь, ставьте лайки. Мне будет приятно. Всем пока!